Здравствуйте, милые девушки! Мы сегодня с вами поговорим о таком телесном блоке, как блок в животе. Он находится приблизительно 2 пальца ниже пупка. Чтобы диагностировать этот блок, вы отследите, как часто ваш живот находится в состоянии напряжения, как часто вы втягиваете живот. Если такое состояние присутствует, то это означает, что, скорее всего, у вас есть там блок. И второй вариант диагностики – это вы можете делать самостоятельно, подойти к зеркалу и посмотреть, как сильно выпячивается ваш живот. Если он относительно всего тела слишком выпячивается, это говорит о том, что, скорее всего, у вас присутствует телесный блок. О другом блоке телесном мы поговорим в следующем видео. До новых встреч!